Черговий випуск програми про поради і чергова цікава та корисна інформація. Я рада вітати всіх, хто завжди знаходить час, аби навчатись новому. Тож відкладаємо всі справи і починаємо дивитись наші сюжети. Вбудована техніка для дому – це важливо, тому порадимо, як врахувати всі нюанси при її придбанні. Не менш актуальне питання – обрання сумки для літнього сезону. Ми вже готові розповісти. Справжня скарбниця вітамінів – брокколі, тому правильно її вибрати треба вміти. Кухня для сучасної людини – це не просто місце приготування та прийому їжі, це справжнє царство гурманів. При цьому вірно здійснений підбір кухонного обладнання стане запорукою зручного процесу приготування страв. А це – важливий фактор для тих, хто є справжнім господарем приміщення і любителем кулінарного мистецтва. Саме тому вбудована техніка для кухні вимагає чіткого усвідомлення її необхідності. Отож, вчимося обирати варочну поверхню. Есть несколько типов, газовые, электрические и комбинация из этих типов. Самое главное вам определиться с дизайном, с внешним видом. То есть это какие цветовые тона будут в вашей кухне. Некоторые работают на контрастах. Выбрали белую кухню и черную встраиваемую технику. Самое главное это у нас безопасность, как по мне, и в газовых, электрических. Не стоит забывать про такие функции, как газ-контроль. По материалам есть газ на стекле, то есть если у нас основа будет стеклокерамика, стекло, и газовые горелочки разного вида. Там будут присутствовать решетки разных материалов, это либо сталь, либо чугун. Чугун будет подолговечней, но и подороже. По поводу электро, просто электро и индукция. Индукция работает магнитным полем, выгоднее индукция. Единственный момент, надо задумываться сразу о посуде, потому что электро работает просто на плоском дне. Индукция надо, чтобы, грубо говоря, посуда ваша магнитилась, то есть эмаль уже не подойдет. Индукция работает магнитным полем. Раз нет промежуточного этапа, у вас нет тена, который нагревается, у вас сразу начинает нагреваться посуда. Обычный у нас ковшик с литровой с водой за минуту на индукции закипает. По поводу и безопасности сразу. Если дома находится дети, индукционная, потому что у нас нет накаленного здесь элемента. Если вы убрали кастрюльку, у вас мгновенно оно остается тепленьким. Также они присутствуют таймеры. Некоторые сейчас представляют бренды умные, которые анализируют температуру внутренней части с дисплеями, которые внутри набиты программы, менюшки, все. Это дороже, но это очень поднимает функционал самой плиты. По поводу духовок, они есть газовые, есть электрические. У нас в широкий ассортимент именно электрические будут, потому что они лучше будут для выпечки. Единственное, что надо не забывать о функции конвекции. То есть это вентилятор позади, который разгоняет воздух по камере. Порядок цен электро в районе 5000, старт, индукция ближе к 10000. Конфорка 1,8-2 кВт в зависимости от размера самого диаметра конфорки, то есть 2-киловаттная. Суммарная мощность очень большая, то есть они одновременно включаться не будут, там 2 максимум. Это у нас идет индукционная варочная поверхность, да, на корпусе вы видите на самой панели выбор конфорок, какая из них будет запускаться, то есть и выбор ее мощности. Также есть функция стоп-паузы, то есть вы в процессе готовки нажимаете на паузу, убираете, включаете, она перестает готовить, назад возвращаете, и оно продолжает здесь. Также присутствует таймер, который может на некоторых моделях, это просто звуковая индикация, то есть не надо доставать таймер кухонный, либо телефон, либо выключает полностью ее. Это все в зависимости от модельки, от программы. Гарантийный срок у них разнится от года до двух. Некоторые фирмы дают до 5 лет гарантии на свою продукцию. Но срок эксплуатации у них по гарантийному плану 7 лет в основном. Могут служить и дольше. Для ее ухода за ней нужны спецсредства, это скребки и неабразивные моющие. По духовочке тут будет выбор температурного режима. На передней панели, в некоторых модельках оно находится именно в выдвижных кнопках, в некоторых оно прячется, прямо они не прячутся. Также есть вариатор программ, которых здесь у нас присутствует. У каждой модельки их будет либо схожее количество, либо больше. Также есть на некоторых это будет показатель времени, меню можете поменять, убрать. По внутренней части, то, что может стоит обратить, здесь будет либо двойное, либо тройное стекло. Это как раз температура нагрева внешней части при работе. Если есть маленькие детки, желательно посмотреть, чтобы было 3 стекла
чтобы не обжечься. Потому что даже самые модельки некоторых брендов, вот эта вот часть не подогревается больше 30 градусов в процессе готовки. По внутренней части покрытия будет эмаль, либо биокерамика. По противням будет решеточка, глубокий, тонкий. Также на некоторых моделях вы можете видеть стекло. Здесь в данной модели присутствует телескопический направляющий. Дает вам возможность, не доставая сам противень, посолить, поперчить, проверить готовность, одним пальцем назад поместить внутрь. Также здесь два комплекта, они меняются по уровню. То есть вы можете сами выставить здесь, как вам будет удобно. Сумка – важливий аксесуар для кожної жінки. Їх справді не буває забагато, адже для кожного виходу пасуватиме інша. До початку літа залишилися лічені дні, і відомі дизайнери вже встигли випустити модні колекції нового теплого сезону. Проаналізувавши їх, ми підготували для вас добірку із найактуальніших моделей сумок, що будуть в тренді цього літа. Женская сумочка – любимый аксессуар прекрасного пола. Так что каждая модница имеет целую коллекцию сумочек на все случаи жизни и ко всем возможным образом. Вот только мода так быстротечна, что верных подружек приходится менять чуть ли не каждый сезон. Например, вечерняя летняя прогулка, свидание или торжество. Какую выбрать сумочку? Без всяких сомнений, лучше свой выбор остановить на маленьком аксессуаре. В основном это каркасные клатчики в виде коробочки разных цветов на цепочке или кожаном ремешке. Также очень актуальна круглая форма. Она придаст образу кокетства и романтичности. Такая сумка появилась в этом сезоне. Она подойдет обязательно под любой образ. Особенно классика, любое платье, любое торжество, какое бы ни было. Она придаст образу новый стиль. Одной из самых практичных и удобных сумок – это будет сумка шопер, либо оверсайз. Она самая практичная, очень вместительная, подойдет для повседневной носки. Такая сумка обязательно должна быть кожаной, она будет практичная, подходит под любой стиль, особенно спортивный. Еще одним из самых модных трендов этого сезона – сумки на пояс или бодикросс. Пожалуй, это самый удобный вариант, когда женские руки и плечи освобождены от лишнего груза. Причем такие сумки можно сочетать не только с повседневными нарядами, и вечерними тоже. Модные рюкзаки давно перешли из разряда чисто спортивных аксессуаров в разряд модных и стильных вещей в современном женском гардеробе. Большинство девушек отдают свое предпочтение рюкзаку. Более того, дизайнеры придумали очень хорошее решение в этом сезоне. Это сумка-рюкзак, которой можно ходить как сумочкой на плечо, так и рюкзачком, освобождая ручки. Это незаменимая вещь в путешествии, в отпуске, когда нужно будет иметь под рукой все самое необходимое – телефончик, документы, деньги. Для девушек деловых и целеустремленных подойдут лаконичные модели сумок в классическом стиле. А большие или маленькие сумки для девушек дополнят любой деловой комплект, став изюминкой вашего делового образа. Идите в ногу со временем, не бойтесь экспериментировать, всегда меняйте свои аксессуары, и тогда вы останетесь в тренде. Чи знаєте ви, що брокколі називають королевою капусти? А чи відомо вам, що ця однорічна культура володіє такими корисними властивостями, які зводять її в ранг цілющого продукту? Якщо ви ще не знаєте все про брокколі, її користь для здоров'я, пропоную вам заповнити цей пробіл. Американские ученые в ходе исследования определили полезный продукт, употребление которого благоприятно сказывается на наших глазах и помогает улучшить зрение. Ключ к хорошему зрению найден, введите в свой ежедневный рацион брокколи. Сегодня капуста брокколи занимает первое место среди всех видов капуст по полезности. Выбирая брокколи, отдавайте предпочтение экземплярам с зелеными листьями, соцветиями, тонкими стеблями. Толстые стебли будут твердыми. Это признак того, что капуста перезрела. Соцветия должны быть компактными, плотно закрытыми зелеными. Не берите пожелтевшие головки с раскрывающимися желтыми цветками. Можно покупать замороженную брокколи.
Купленную брокколи лучше готовить сразу, она не любит длительного хранения. Для хранения можно обернуть соцветия мокрыми бумажными полотенцами и положить в холодильник. Так, капуста пролежит 2-3 дня. Блюда с брокколи в закрытой посуде в холодильнике не могут храниться более 3 дней. При выборе цветной капусты особое внимание следует уделить ее внешнему осмотру. Как и любой овощ, продающийся в магазинах или иных торговых точках, качан ее не должен быть загрязненным или создавать впечатление испорченного продукта. Какую же цветную капусту надо покупать? На поверхности листьев или соцветий цветной капусты не должно быть грязи, налета, пятен неизвестного происхождения или следов механических повреждений. Соцветия цветной капусты могут быть белыми или иметь слабо выраженный желтоватый оттенок. Соцветия должны быть максимально плотно прилегать друг к другу. Цветная капуста должна быть плотной и упругой. Вес цветной капусты должен соответствовать ее размеру. Слишком легкая цветная капуста может быть выращена ускоренными темпами. При помощи химикатов сочности в соцветиях не будет. В редких случаях на прилавках можно увидеть цветную капусту с ярко-зелеными соцветиями. Отклонением такой нюанс не является. Но встречается такой сорт в продаже крайне редко. Окраска соцветий цветной капусты должна быть равномерной, независимо от сорта. Если соцветия плотно прилегают друг к другу, но между ними видны листики, то это хороший признак. Цветная капуста будет самой сочной. Ну от і все на сьогодні. Сподіваюсь, наші поради вам сподобались і обов'язково стануть у пригоді у слушний момент. Вирушаємо за новими, не менш корисними. До наступної зустрічі!